Новости. Настя Романова тяжело дышит и переживает, повторяя про себя ноты. На Насте большая ответственность. Ее выступление – первое среди участников 6-го международного фестиваля театральной ассамблеи в ДК «Балашиха». Ее выход. Очень волновалась, я практически польку могла просто плохо сыграть, но я сыграла хорошо. В прошлом году воспитанница 4-й школы искусств в Балашихе стала лауреатом 3-й степени конкурса театральной ассамблеи. В этом году я рассчитываю на лауреата 3-й или 2-й степени. А почему не 1-й? Потому что 1-й, мне кажется, это слишком. Результаты выступления Насти и других школьников будут известны 24 февраля на студенческом этапе конкурса. Наш конкурс отличается от других похожих фестивалей конкурсов тем, что он является собой трехступенчатую модель, когда школьники выступают на первом этапе, студенты на втором и профессиональный театр исполнители на третьем. Они могут учиться, малыши, у более старших. И таким образом мы назвали это ступенью мастерства. Вот так совершенствовать свое мастерство. И год от года количество участников увеличивается. На фестивале задействованы все жанры, которые так или иначе могут быть продемонстрированы на сцене. Вокал, хореография, драматический и музыкальный театр. И все участники серьезно готовятся к конкурсу, ведь его международный статус делает дипломы особенно ценными. Есть некоторые дети, которые вот прям на очень уже высоком уровне. Я думаю, что это для всех очевидно. Я вижу уровень именно обучения. Я вижу то, что какие-то достоинства или ошибки – это то, что педагоги делают. А дети, мне кажется, все очень большие молодцы. И все вот выносят, я думаю, что все, что они делали в классе, они все вынесли на сцену и очень достойно. Ася Каренина, Виктор Демин, Роман Суслов. Большая Балашиха Лайф. Новости.